Итак, ребята, сегодня 27 марта 2020 года. Вчера я купил ДАФа с цепки, договорился со стоянкой, пригнал, поставил, припарковался, слышу, шипит. Обошел машину, слышу, шипит, сейчас солнышко прикрою. Сегодня солнечная погода такая хорошая прям. Попал ключ прямо в бок. Боковой корт, не знаю, я пока не доставал, может быть обломок. Может быть, целый. Съездил по шиномонтажкам. Половина закрыта в связи с этим коронавирусом долбанным. В общем, примерный расклад такой. Новое колесо 21 700 400 стоит. Кама. Ремонт от 2,5 до 5. Ну, вроде бы, я говорю, что чисто, наверное, на запаску пойдет. Поспрашивал у них. Разговорился, они говорят, да нет, вроде бы, если перегрузов не возить, должно держать. Будем делать. Сейчас откручиваю. И будем уже ставить другое. Запаску взял у отца. Пока у меня своя тоже есть, но она тут лысенькая. Ну, у отца две запаски. Дал мне свою. Пока ее поставлю, пока буду делать это колесо. А там посмотрим.